«Освободить народы Северного Кавказа». С таким призывом на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге выступил депутат Верховной Рады Украины, представитель страны в посте Алексей Гончаренко. В своей речи политик провел параллель между Российской империей, которая в XIX веке силой покорила Кавказ, и современной Российской Федерацией, которая, как считает украинский депутат, продолжает имперскую политику по отношению к народам. Более 2000 чеченцев сейчас воюют в Украине против украинцев, руководимые Рамзаном Кадыровым, коллаборантом, палачом и предателем. Давайте уничтожим эту зомби-империю раз и навсегда. Давайте освободим этих людей, дадим им возможность жить нормальной жизнью. Не в средневековье, чтобы они не были просто мясом для Путина, как он использует их сейчас. Подписывайтесь на Кавказ Реалии, чтобы быть в курсе.